Урай станет одной из площадок проведения соревнований окружной ночной хоккейной лиги. Уже в начале декабря на льду Урай-арены встретятся команда самого южного города Югры «Спутник» и Советский район. Игра пройдет в возрастной категории 50+. Муниципалитет впервые примет участие в таком формате соревнований, несмотря на то, что команда любителей зимнего вида спорта существует более 10 лет. Это все-таки знаменитая ночная хоккейная лига. Президент этой лиги – это Путин Владимир Владимирович. Вот. А там знаменитые, то есть люди Касатонов, Кожевников. Команды-победители от субъекта федерации едут в город Сочи на 2 недели. И там происходит фестиваль, выявляется победитель этого фестиваля, строится хоккейный корт. Урайцам предстоят соревнования в течение 4 месяцев. Помогают тренироваться ветеранам спорта подрастающее поколение хоккеистов. Это местные знаменитые шершни, которые отмечают пользу от такого взаимодействия поколений. Сравнивая с их возрастом и навыками, это все-таки очень неплохой уровень, на который они вышли. И, в принципе, играют они очень достойно. Можно получиться каким-то приемом, какой-то силовой игре, возможно, каким-то комбинациям. Ледовая арена, построенная в Урае в 2020 году, дала новый толчок к развитию хоккейного вида спорта и проведению соревнований высокого уровня. Сейчас урайцы готовятся принимать гостей и продемонстрировать свою подготовку.